Если ты еще не начал играть в Warface, то сейчас у тебя есть отличная возможность начать играть и получить огромную кучу бонусов на старте. Всего лишь зарегистрируй аккаунт, перейдя по ссылкам в описании. На первый ты получишь боевое снаряжение и оружие. На второй тебя ждет золотой кейс с наградами. На третий ты сможешь забрать себе пушки якудза и доминировать над своими противниками. Четвертое — это уникальная ссылка, где ты сможешь собрать себе оружие и выбрать именно те модули, которые ты захочешь. Новая промо-страница с магмой, за регистрацию по которой ты получишь пушки маг, а также очень редкий шлема магма. Подарки для новичков постоянно обновляются и появляются новые промо-страницы с донатом и отличным оружием. В описании ты всегда сможешь найти актуальную халяву для Warface, а также ссылку с гайдом, как правильно создавать крутой аккаунт. Удачи! Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Серега. Сегодня у нас, дорогие мои подписчики, замечательный, просто великолепный день, потому что у нас сегодня будет происходить нереальная жесть. У нас 170 кейсов, друзья. 170 кейсов и 2 аккаунта, где мы будем собирать пушки. На одном аккаунте где-то 3000 материалов, мы попробуем человеку собрать навсегда пушку с 3000 материалов, у другого 5000 материалов, и мы ему создадим со 100% вероятностью. Это будет очень жесткое видео, у меня очень жесткие нервы, потому что, ну не знаю, друзья, просто, когда себе создаешь, ты понимаешь, что ты много денег потратил, а вот сделать реально людей счастливыми, что ты им что-то выбьешь, им, наоборот, если выпадет какая-то, например, золотая пушка, им намного на лучшую толку мне на выпад, у меня все равно все золотые пушки есть, я максимум то, что я там за 2000 кредов продам, а они, возможно, переведут, будут с ней играть, а может быть что-нибудь еще. В общем, будет, друзья, очень и очень приятная вещь. Все, Армагеддон же скоро закроется, поэтому, не знаю, может быть сейчас лучшие шансы, хотя я себе недавно открывал последний себе кейс и ни хрена не выбил, что с материалов, ни хрена не выбил, что с кейсов, ни хрена не выбил. Камуфляжик залетает, ни хрена себе, уже хоть что-то. Конечно, было приятно тоже у Сконба какую-нибудь подписчику увидеть, почему нет, мне кажется. Глок Деймос навсегда, ни хрена себе, 100 кредитов. Блин, что-то, слушай, как-то слишком очень круто везет. Я не знаю, сколько нужно играть, чтобы 170 кейсов. Выпускатель 15 дней, ну ни хрена себе. Я не знаю, сколько нужно играть, чтобы накопить 170 кейсов. Ну, в принципе, это возможно, потому что я тоже по 100 кейсов открыл. Но я донатил очень много. А тут, наверное, просто человек выполнил как бы все задания. Никогда не открывал кейсы, хотел вот их оставить, чтобы потом взять и все открыть. Может быть, повезет, может быть, нет, может быть, хрен его знает. Но, дорогие друзья, я очень сильно боюсь. Заправьте это видео как можно больше лайками. Поставьте вот сюда реально на это видео как можно больше лайков, потому что я уже коплю свои бабки, чтобы попытаться, не знаю, в новом DLC кейс открывать, не знаю, что-то сам все будет задано. То и кейсы будут, и какие-то еще пушки, и оперативники. Опа, саперная лопатка ДМС, ничего себе. Там очень много всего, наверное, тоже интересного будет, так что будем заряжать бабки, если вы это будете поддерживать лайками, рассказывать друзьям, подписывать на канал, писать ваши клевые. Да ладно, да ты гонишь, АЦР Фобос, она правда в цене очень сильно упала, но это реально жесть. Она упала в цене тупо из-за того, что она много кому падает. Но это годно, сука, я помню, сколько я на церковь из коробок удачи тратил. Мне, кстати, знаете, как интересно, вот есть обмен предметов, там можно с доплатой в 500 кредитов обменять какие-то пушки. Вот скажите мне, можно ли, например, вот эту церковь купить за или ханьку, там она по, уже 300-200 кредов стоит на другой площадке. Можно ли ее купить и обменять на обычную версию, на какую-нибудь другую камуфляжную версию? Потому что я так видел то, что некоторые пушки, вот, например, новый сет, они там Берсек, переименовали его в Саламандру. В общем, пятое оружие, которое нужно для того, чтобы этот сет давал нереально крутые бонусы, не подходит версия в камуфляже. Именно нужна обычная версия, да, а то что ты на торговой площадке за 100-200 кредов ее купишь, блин, и все, что ли, ни хрена так не идет. Крути ее в коробочку удачи, пытайся увидеть ее обычную версию, и тогда будет замечательно. Тогда у тебя будет дополнительный сет, тогда у тебя будет Титан, тогда будет у тебя Антихед. Правда, они уже так много раз фиг или это Титан Антихэт, я так и не в курсе, они там решили добавлять этот Титан Антихэт. Ну реально, каждую там неделю, что ли, выходит это обнова, то они название меняют у этого странного снаряжения, то, блин, множитель меняют, то Антихэт забирают, то опять задолбали, честное слово. В общем, это очень странно, то, что, конечно, они сделали так, то, что видят, то, что цена на эти пушки слабенькие, которые бонусом идет, они сделали то, что именно нужны обычные версии. Конечно, не очень красиво, но что поделать. Хочу пятерочку, ребят, открыть сразу. Ну-ка. Так, 97 Фобос навсегда! Да я в шоке просто, что происходит. Ну, это реально годные вещи, они тупо... Они тупо меньше стали стоить из-за того, что они всем выпадают с кейсов. Ну, прям уж таки всем. ВХС Деймос, деточ! Камуфля... Не, ну я в шоке просто. Ну, посмотрите, сколько дропа сыпется именно навсегда. Ну-ка, один кейс откроем, чтобы симпатично. Сколько дропа сыпется навсегда, я просто в ахере. ДСА Деймос навсегда, да ну нахер! А можно мне, чтобы так выпадало, блин?
Сука, это камуфляж. Думал, и Ханька еще на всегда выпадает. Это просто жесть. Что за счастливый, везучий аккаунт? Этот чувак, не знаю, по-моему, не собирался себе что ли материал, потому что у него материалов так мало. Камуфляж Деймос на пару еще выпадает. И пускритель 15 дней. Я просто в шоке, дорогие друзья. Я не понимаю, что происходит. Ну, может быть, мне тоже за всю историю как бы выпадали все эти пушки. Но я реально хочу выбить какой-нибудь ускон. Реально хочу выбить. Мне всегда говорили, типа, ПП-2000. Ну, говнецо, конечно, шопать. Ну, хотя бы навсегда что-то. О, еще камуфляж для церкви. Как бы говорили, Серега, ну реально, открывай ты уже по 5 кейсов. Ну, намного шанс круче, если ты будешь открывать по 5 кейсов. Говорю, да не, ни хрена, да что ты мне рассказываешь? Да не заливай мне, дядя, что ты мне рассказываешь? Кому ты чешешь? Ну, смотрите, реально, а церка сразу выпала, потом ВХС выпал. Интересно, давайте посмотрим, может быть, будем открывать по 5, но тут УЗИ ПРО, камуфляж Деймос. В принципе, неплохо, с 5 кейсов хотя бы каждого выпадает хоть какой-то хотя бы камуфляж. А вот это уже годнота, деточка, камуфляж Крис Супер. Это круто, это замечательно. Правда, он тоже, наверное, уже не таких огромных денег стоит из-за того, что много кому повыпадал, но потом можно, поверьте, его за нормальные деньги продать. Камуфляж Деймос для Ускона, да ты рассказываешь, да ты гонишь. Кстати, не знаю, сколько он стоит, может быть, тоже кредитов 40, но уже хоть что-то. То есть каждые 5 кейсов впадает стабильный какой-то камуфляж, и это хорошо. Камуфляж Деймос тоже выпал на Десайза за... Окей, видите, тоже камуфляж, реально, каждые 5 кейсов как будто что-то выпадает. Ну-ка, Максим, Марлин, АПС, пара. Опа, тут уже ничего не выпало, может быть, сейчас мне просто ускончик сразу выпадет. Я люблю просто, я не знаю, я радуюсь за других. Типа, это что мне выпадает, например, какой-то дроп навсегда. Да и что, типа, я продам его за кредиты, потом все эти креды солью, хрен пойми куда. Камуфляж для Максима навсегда, замечательно. А тут... Как бы, если выпадет, может быть, и с тайпом человек будет играть, и со церковью. То есть для него это реально очень годный дроп. Хотя он выполнил все задания на этом аккаунте, так что сомневаюсь. Там, может быть, какие-то покруче пушки давали. Камуфляж Деймос для Сайги. Ну давай, какой-нибудь ускон выпади. Ну давай, я так долго ждал, чтобы выбить какой-нибудь ускон. Камуфляж Деймос для Т-308. Очень надеюсь, что шансы, вот как тут хорошие шансы, такие же шансы очень хорошие будут... Именно в новом DLC тоже шанс хороший на кейсы будет. Тоже годного дропа туда сделают. Но мне кажется, что-то они такого... Ну, прям такие хорошие шансы. Еще один камуфляж для Криса, замечательно. Такие прям хорошие шансы, мне кажется, они добавлять не будут. Ну, хрен его знает. Может быть, добавят, но... Чё-то я в этом сомневаюсь. Демоград, Макмиллан, Марли, Унзипро. Ну, давай, деточка, ну выпади ты уже! Ну, какой-нибудь ускончик. Ну, моим знакомым некоторым по 2 ускона выпадало. Ну, камон, ну подкрутите мне. Вы не знаете, что это я. Ну, 170 кейсов. 170 кейсов, мать его. Это какая-то до сколько до хрена. Это всего лишь 98, кстати, уровень и 170 кейсов. Очень странно. ВХС на все. Замечательно. Ну, говорю, я рекомендую этому человеку это все не продавать. Поставить там хотя бы за кредов 150. Столько людям понападало... Этих ВХСов, что не знаю, когда-нибудь вообще в жизни они их продадут или нет. Так, тихо, у нас 5 кейсов всего лишь осталось. Так, окей. Просто мне сейчас идти открывать нужно челику с 40% шансом. Пушку, блин, и еще челу со 100% вероятностью, то есть пушку открывать. Хрен его знает, дорогие друзья. Очень опасные моменты, очень эмоциональные моменты. Еще один глок! Ну, на самом деле, со 170 кейсов где-то... Ну, хотя я не знаю, не буду говорить где-то, ну, просто мне кажется, то, что штук 7 пушек навсегда, может быть, 10 пушек навсегда мне выпало. Камуфляж вообще штук 30 как будто выпало. Ну, по ощущениям, может быть, по факту-то и меньше. Так, ребята, последний кейс и дымовая гранта. Ну, в принципе, хорошо. Как бы были кейсы, всплыли кейсы, теперь кейсов нету. Как бы вот, ну, задания все выполнены, уровни получены, контейнеры получены. Можно спокойной душой закрывать DLC Армагеддон, и все будет замечательно. В общем, друзья... Сейчас самый ответственный момент. Погнали создавать пушки. Фух, тут у нас не 100% шанс. Очень опасно, дорогие друзья. Постоянный примет. 3800 материалов. 3864. Так, 851. Ну, 42%, дорогие друзья. Я считаю, то, что 42% это довольно очень неплохой шанс. И, в принципе, 50 на 50. Как 50 на 50, что выпадет какая-то годная пушка. После этого пойдем создавать со 100% вероятностью, там уже, ну, как бы эмоции немножко другие будут, потому что тут самое обидное будет, если вообще он не создаст никакую пушку, а если создаст пушку, то, ну, в принципе, хоть что-то. В общем, дорогие друзья, ставьте, заряжайте лайки. Просто реально страшно, реально страшно. Создаем и... Пожалуйста, выпади хотя бы под... Да ну нахуй! Ты серьезно? Золотой фабан, сука! Обосраться можно!
Что просто происходит? Охренеть! Я так и знал, что нужно создавать пушки с 50% шансом! Сука, зачем? Я создавал пушки со 100%... Зачем? Твой... Может быть ему тоже? Да не, ладно, там 100... Ну блин, ну это жесть! Вы посмотрите, что это такое? Золотой фабар! 40%! Отвечаю, вот реально, вот тебе повезло бы, а толку, вот если бы даже не повезло, ну и ладно, тебе все равно выпало бы 40 редов, а так ты рискнул, и вот он, золотой сучка фабар, твою мать! Дорогие друзья, это заслуживает лайка, хотя бы подписчику, я с этих материалов хоть что-то выбил, не себе, блин, тратил деньги, но хотя бы подписчику выбил, очень приятно, блин, на сердце хоть легче немножко стало, но... Самое главное, мне сейчас интересно, вот реально, что я все зря тратил по 100% шансу. Сейчас пойдем другому человеку, создадим со 100% шансом и посмотрим, что все же будет там. Так, дорогие друзья, волнуюсь дико, очень дико волнуюсь. Так, получается, нужно прокачать базу, немножко парнику денег не хватило, чтобы базу прокачать полностью, я уже от себя закинул. Ладно, прокачаем базу, потому что мне очень страшно. Так, все, база прокачана. Не знаю, допустим, какие тут постоянный предмет, 5000 материалов. Я не знаю, какой самый удачливый класс, просто нужно, блин, угадать, на какой класс пушку собирать и все, вот реально, нужно просто угадать. Не знаю, друзья, себе создавать пушку это одно, когда создаешь кому-то другому, это очень опасно, это очень страшно, потому что что-то крутое выпадет, ты будешь бояться, блин, почему не тебе выпало, а если что-то говно, то разделять эти страдания с человеком. Не знаю, какой класс, честно, выбрать. Тут, говорю, выберешь какой-нибудь класс, который, блин, нормальный, есть в пушке, тебе ни хрена не выпадет. Выберешь какого-нибудь медика, тебе сразу золотой ускон выпадет, поэтому... Ну, не знаю, мне очень часто начали присылать скрины, когда людям выпадает что-то крутое, когда они пытаются выбить за медика. Поэтому я попробую именно за этот класс и сделать. Я пытаюсь сделать, и это, сука! Да, сука, да ладно! Опять сам... Да ну нахрен! Что за говно происходит с этими материалами? Саб 6 Фобос, что, сука? О, твою мать, это просто жопа. Я просто в шоке. Я не знаю, что тут сказать. Это дебилизм. Какую пушку я уже не собирал. Уже даже не себе пушку собираю. И просто выпадает Саб 6 Фобос. Я просто в шоке. Я не знаю, какая вероятность того, что вам выпадет какая-то нормальная пушка. Я просто в шоке. Как обидно, блин. Саб 6 Фобос, твою мать. Я думал, хотя бы подписчику выпадет что-то нормальное. Хотя бы какая-нибудь золотая просто пушка Фобарм. Он эти, сука, материалы сколько собирал, чтобы ему выпал Саб 6 Фобос. Твою мать. Вот я сейчас чувствую реально боль людей, которые вот пытались с самого начала собирать. Не то, что сами, они все равно... Кидали бабки и все равно вот получали какой-нибудь Саб 6 Фобос. Я просто в шоке. Я надеюсь, в новом платном дополнении подобного говна не будет, потому что это реально дикость просто. Ладно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Серега, ждем новое DLC. А это DLC пусть идет поскорее в жопу. Все, всем удачи, всем пока.